начну с составов, состав гостей. Тольяттинская «Лада». Совсем недавно команда приезжала в Краснодар. Выиграл тот матч с минимальной разницей 31-30. На самом деле и там может быть крутые захватывающие поединки. О, отлично. Ну, это наработки просто. Хорошо вывели. Классно, сейф. Жилинская это 2-0. Вика вот фактурно очень сложно. Фунтами, да? Не сыграли на подборе. Лена Николаевна отбила. Катя Бубина прям прекрасно сейчас индивидуально сыграла. И проходит этот обыгрыш. А вот Фомина. Жилинская вколачивает. Крылья вырастают за спиной, когда вратарь отбивает. Савинова. Это просто вот очень красиво было. Прекрасный пас, как мы и говорили. Кирдяшева сама себе создала и забросила. Повелись защитники. Улады. Очень неплохие вратари. Амельченко забрасывает 7-5. Купание начинает. Дезориентированный игроков. Прекрасный пас. Видела она, соткала. И пошла игра быстро. Кирдяшева тут же отвечает именно. Все, может измениться во всех. Хорошо у Яны Савиной получился бросок, а пас казалось, что он не пройдет. Так, уже. Щербак. Да, обиднее всего. Да, вот такие потери. Фомина забрасывает. Самые обидные мячи. Две ошибки. А быстрой атаки нет у Кубани, да, или на спинах. О, голец успел. Оступились все перед ней. Скайте. С переводом, да, получился бросок? Счет равный. Ах, обидный мяч. Проходит. Ох, какой бросок удался Яне. Чуть штанга не на зоне. Да, я сейчас на финишной прямой. Это Кирдяшева. По крайней мере, приложу для этого все усилия. Вот, Яна Савинова услышала тебя и хорошо создала себе момент. Вперед. Решила. Хитрый мяч. Да, Назар его зацепила. Дает что-то, достает. Шабман. На нетипичную для себя позицию, да, Настя оказалась. Ох, как Решетникова развернулась на носовом платочке двух игроков. Обвела и не просто сейчас. Кубани, Дейнега. Здорово. Хорошо перебросила. Саша реализовала. Мяч, каждый мяч сейчас с трудом достается. Так интересно. Мяч на удаление. Савинова. Хороший. Да, Сапкала. Здорово. И Валерия увидела. Здорово. Савинова хорошо скинула на Дейнегу. Здорово. Ну, Саша активно используется во втором тайме. Да, у меня. Ты дашь бросать сейчас. Блок. Вот. Я думаю, ты все-таки кар. Это было очень красиво. Приземление считали бы. Ошибается Решетникова. Равная игра по моментам, если посмотрим цифры, но...
обидное для Кубани поражение.